Приветствую вас, уважаемые наши телезрители, а также и радиослушатели, так как эта программа будет не только идти на телевидении, но и в радиоэфире. Сегодня вашему вниманию предлагаем программу «В какое время?». Как всегда, мы предлагаем вашему вниманию те темы, которые предлагают наши радиослушатели и телезрители. Сегодня у нас тема непростая, я вам скажу, даже очень сложная. Некоторые вот соведущие мои даже сказали, что, может быть, не стоит затрагивать эту тему, потому что эта тема опасная. Не знаю, насколько она опасная, но тема актуальная. Тем более, что в контексте сегодняшних дней, когда мир технического прогресса совершенствуется, мир науки то же самое совершенствуется. И сегодня многие, можно сказать, и христиане, и руководители различных церквей используют некие нетрадиционные методы служения. И, конечно, здравомыслящие люди задаются вопросом, что это такое? Проявление чего это? Это работа Духа Святого или какого-либо другого духа? Как отличить тот или иной дух от истинного духа, от Духа Божьего? Как научиться отличать? Как не попасть в западню того, что сегодня мир нам навязывает? И я начинаю нашу программу. Наверное, в первую очередь представлю вам гостей, сегодня присутствующих в студии. Слева от меня сидит магистр богословия, преподаватель Библейского института, пастор церкви, гость из Болгарии, Вылков Иван. Мы приветствуем вас, брат Иван. Спасибо. Я тоже приветствую публику и рад, что имею такую возможность для того, чтобы каким-то образом поделиться тем, что Бог открыл в последнее время и особенно тревогой о последнем времени. Также справа от меня сидит магистр богословия, писатель и проповедник Егор Железный. Приветствуем вас, Егор. Шалом. Слева от меня сидит Валентин Бурлак, руководитель студии «Радио Теос». Валентин, приветствуем вас. Приветствуем всех наших телезрителей, радиослушателей. И наш радиоведущий программы «Взгляд со стороны» Николай Косачевич, который, кстати, очень часто затрагивал тему сегодняшней программы в своих радиопередачах. Приветствуем вас, Николай. Да, доброе время суток, дорогие радиослушатели и телезрители. Я начну нашу передачу, нашу программу со слов, записанных в Матфея, 24 глава, с 23 стиха. Обращение к Иисусу, то есть вопрос был задан Иисусу о последних временах, и Христос отвечает. «Тогда, если кто вам скажет, вот здесь Христос или там, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я вперед сказал вам. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». И вот на эту тему мы сегодня и поговорим. Прежде чем мы начнем нашу программу, я бы хотел предложить всем вам, нашим телезрителям, радиослушатели, конечно, не смогут это увидеть, а телезрителям посмотреть некоторые фрагменты, которые поступили к нам в нашу студию от наших радиослушателей, от наших телезрителей, которые сказали, чтобы мы взяли эту тему. И я предлагаю вам посмотреть, можно сказать, у нас будет несколько фрагментов, посмотреть первый фрагмент сегодняшней нашей программы. О, Господь, такая армия мужей Божьих, это Божьи помазанники, это свет мира, это соль земли во имя Иисуса. Это Божьи генералы, это Божьи служители, это проповедники, евангелисты, миссионеры, учителя, пастыря, апостолы, пророки и все дары во имя Иисуса. О, Господь, слава Тебе! О, Господь, они сейчас любят друг друга так, как никогда в жизни. О, они своих родителей сейчас так любят. О. Хорошо, давайте мы сейчас встанем. Давайте мы все поднимем наши руки, мы сейчас благословим, чтобы Бог дал им дерзновение сейчас возвещать о великих Божьих делах, чтобы Бог дал им смелость. О, Иисус, мы благодарим Тебя. О, наш Иисус, мы благодарим Тебя. Хорошо. Садитесь, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста.
помогите сесть друг другу, как на фронте. Вначале такое возвышенное, значит, звание дается, генералы, помазанные, значит, и все должно действительно выглядеть как генералы. Но кто сразил их, этих генералов, без боя? Вот что интересно, тут же боя не было, тут же благословение, тут же благодать показывают, тут же помазание. Почему же он же тогда и подтверждает? Это просто сразу выявляется действие духа обольстителя, который вначале бросает какую-то интерпретацию из Писания, которую можно подумать, что да, написано, как дьявол это делал в искушении со Христом в пустыне, да? Значит, написано. Вначале берет стихи из Писания, дает интерпретацию, генералы, помазанники, соль земли. И этих генералов несут на руках, без боя. Это же генералы, люди, которые должны взять на себя бремя. Бремя, скажем, тяготы буквально как земные, так же и духовные. Церковное, а их сносят оттуда. И вы понимаете, вот обычное поведение духа обольстителя. Сперва приподнимает, а потом позорит. И смотрит и наблюдает, увидит кто-то или нет. И если никто не увидит, ему так приятно. Не поняли. Да, но там было сказано, твоя... Твоя рука да управит Господь этим собранием во имя... То есть они имя Божие как бы призывают, получается. Мы празднуем победу практическую. Это у них практическая победа. Ну, скорее всего, это произошло после энкаунтера, потому что действительно видно большое количество молодых людей, да, и действительно чувствуется, что они прошли через что-то. Скорее всего, вот именно имеется в виду тот бой, который вели они накануне. То есть, скорее всего, где-то было место, где они были в состоянии бодрствования, и считают, что вот они теперь получили некую особую силу после этого боя. Ну, мы знаем, что действительно наша жизнь – это борьба духовная, то есть есть какая-то борьба именно духов, именно борьба… Но вопрос, понимаешь, Игорь, вопрос здесь какой? Я понимаю то, что Иван говорил, действительно здесь есть как бы вверх-вниз, да? Но они, например, на это скажут, что это действие Духа Божия, просто такое сильное действие Духа, Дух Божий их вот так сразил, что они упали. Да? То есть на это время он их сразил, а потом они пойдут, дальше у них уже будет сила. То есть в церкви он их сразил, как бы власть, как вот объясняют, да? Я слышал такое объяснение, что когда человек падает назад, он как бы Богу доверяется. Он показывает, что этим самым он Бог, да, полностью доверяется. То есть вперед, когда человек падает, он как-то может там скрутиться, а назад он падает совершенно Егор, без... Но где в Библии написано? Нет, я не говорю, что есть. Два случая. Да. Я нашел только два случая. Со знаком минус, падение навзничь. Да. Только, если мы говорим о поклонении, о преклонении перед Богом, то это подразумевается, мы падаем на колени, опускаемся на колени, лицо. Падаем ниц, на лицо свое перед Богом. Да. Но не на спину. На спину, это говорят так, что обратная форма креста, некоторые так объясняют. И я занимаюсь этим вопросом, в Библии нашел только два раза, два случая. Или не услышал о том, что... Интересные мысли, простите, я прерву. Обратная форма креста, где мы его находим? У вас, кстати, в Сакраменто здесь, я его видел. Это у сатанистов. Это у сатанистов. Это у сатанистов. Да. Это интересная реплика. Как понять обратную форму креста? Это что такое? Ну как, ну крест обычно он не рисуется, а строится, делается. Вот стержень, да, и потом перекладина. А это получается переворачивается. Обратная форма, вот вам, пожалуйста, если кто занимался или видел, скажем, этот знак, вот, пожалуйста, вам обратный переломленный крест. А, ну то есть куриная лапа. Получается. Да, куриная лапа в круге. Но, кстати... Это форма сигнала. Я хотел бы... Немножко так это самое, как скобку открыть. Мне неприятно, что как-то мы собрались без оппонентов. Я хотел бы знать, вы да, приглашали? Да, я хочу сказать, что мы приглашали. Простите, я готов был на встречу, я ожидал смотреть в глаза людям, этим не только генералам, но генералиссимусам. Да. К сожалению, генералы боятся открытого боя, им легче грузить наших людей где-то вот в таком в одностороннем бою, ну что же сделаешь? Да. Может мы в следующий раз как-нибудь, да, они расхлябляться, и они фактически, знаете, я фактически ждал генералиссимус. Мы тоже на это надеялись. Нам один генералиссимус сказал, что он придет 100%, но в последний момент сказал, что у него срочные дела.
Вы знаете, почему я поднял этот вопрос? Чтобы мы не выглядели перед публикой как герои, которые это самое, не имеют навстречу просто несерьезно бы выглядело. Да. Поэтому пусть аудитория знает, что они были приглашены. Да. Я ждал их, не знаю их имена, не знаю их лица. Хотел бы, откровенно скажу, видеть их. И действительно спокойно, дипломатично, красиво провести с ними дискуссии, задать им вопросы и вести вот такой диалог. Поэтому... было бы полезно, и нужно было вот именно это отметить, к сожалению. Мы знаете, что можем сделать, Иван? Мы можем постараться, Игорь, извини, что я перебил тебя, мы можем постараться просто учитывать их точку зрения, насколько мы ее понимаем. Насколько мы ее знаем. Это не будет 100% справедливо, я уверен, что они могут посмотреть и сказать, что вы неправильно нас представляете, вы неправильно нас видите. Почему я и говорю? Вот по этой причине я хотел бы, если уж действительно идет прямой эфир, если идет разговор о чем-то, то действительно в присутствии их. Но коль так получилось, что ж... Может быть, мы попросим Валентина Бурлаку, он будет, если не адвокат, то говорить... Нет, давайте все-таки продолжим нашу программу. Да, да. Действительно, то, что это серьезный момент, который и сказал наш брат Иван, о том, что действительно это было так, потому что, чтобы наши телезрители и радиослушатели не подумали, что мы играем в одни ворота. И это очень важно, конечно, понимать, что сегодня мы видим и знаем, что молодежь сегодня очень активно идет в эту церковь. Как вы видели из фрагмента, в основном мы видели молодых людей. И просто мы постараемся разобраться, постараемся посмотреть на это, может быть, с нашей колокольни, с нашей со стороны. Но в то же время будем иметь в виду мнение именно вот этих людей молодых, которые говорят, что сегодня наши виды служения устарели, а это новый вид служения, новые тенденции сегодня в молодежи и в христианстве. И эти тенденции говорят, что они, молодежь говорит, что это более, можно сказать, духовное, именно прославление Бога, именно духовная жизнь здесь. И действительно, я скажу, вот, посмотрев этот материал, я где-то в некоторых моментах ловил себя, что, может быть, я что-то действительно не понимаю. Может, это высшая степень, большая степень духовности, которую я не понимаю. Мне она не открыта. Не дорос. Может, мы не дошли еще? Да, мы не доросли просто еще. Вот, понимаете, действительно, я думаю, что... Я бы очень хотел, чтобы вы мне задавали этот вопрос в отношении этих степеней. Конечно, поймите правильно, мне крайне неловко чувствовать себя здесь, когда я лично не вижу оппонента, потому что лично работая в этом направлении годами уже, пусть это не выглядит, знаете, как человек рисуется или там еще из себя что-то там выставляет, просто... Мне очень трудно таким образом, но ничего. Я думаю, что если вы успеете задавать такие вопросы, я попытаюсь каким-то образом и в этой области, так как в отношении этой духовности, или, можно сказать, эту духовную атмосферу, она мне настолько знакома. Вы знаете, как у человека, когда ревматизм, он чувствует за сутки еще приближение влаги, приближение именно той погоды, которая дает о себе знать. Вот точно так же люди, работая в этом направлении, просто не надо много для того, чтобы увидеть, понять. Скажем, ту же самую, да, действительно один дух, они напоены одним духом. Все, казалось бы, по Писанию, но каким духом? И этот дух ведет к экзальтации. Более того, еще проявление действия, смело скажу, не на всех, не всех зацепило. Если надо, могу дать характеристику буквально на каждого человека. Если желаете, дам конкретно характеристику именно как описательный портрет через их действия и поведение. Значит, здесь присутствуют люди обольщенные, в первую очередь все. Все обольщенные. Потому что это происходит в первую очередь на уровне ума. Так? То есть обман. Они просто смотрят. Не все демонизированные и не все одержимые, но между ними вот эти сраженные, это уже одержимые люди. Это вы имеете в виду тех, которых трясет? Да, уже трясет, вот эти конвульсии. Именно, они не контролируют свое поведение. Поймите, одно дело контролируют, другое дело ими контролируют. Это разные вещи, одно дело. Да. Вот фраза, которая была сказана. «Мы благодарны тебе, что ты в нас. Пусть каждые глаза увидят сегодня славу. Мы одни, которые решили идти до конца и только вперед». Но это еще раз говорит о том, каковы мотивы, значит, каковы условия, какова цель. Вы понимаете, здесь не дух смирения. Если уже говорить о Духе Божьем, мы читаем четко, ясно, Библия говорит, что смиренному Он дает благодать и Духа Святого. А это что? Мы победили дьявола, на 110% уверен, что я спасен.
Веришь, что ты спасен? Верю. На сколько процентов? 110. Аллилуйя. Вы знаете, я бы не хотел смеяться, было бы некрасиво в данный момент. Ну, здесь не смех. Не, я просто говорю. Для кого-то это горе, для родителей не, это не, горе. Не, я просто если говорю. Если мой сын оказался там, и я увидел, как его, как он упал, и его начало трясти, я бы долго думал. Не, вы меня неправильно поняли. Я извиняюсь, вы меня неправильно поняли. Я хотел бы сказать в отношении выражения, вот этих громких слов. Все то, что здесь вы читаете, значит, это не что иное, как свидетельство духовного невежества, незрелости. Mm-hmm. Более того, если уже, извините, что я немножко больше беру времени, более того, на кого рассчитано вот это все? Значит, это на людей, или, можно сказать, на молодых людей, на детях, которых Писание говорит о них так, они не умеют еще отличать правую от левой руки. Более того, это категория именно детей, которые, они очень наивны. Угу. Пусть меня простят, но каждый прошел через этот путь. Более того, в состоянии этой наивности, если многие из них, скажем, 90%, скажем, бывшие наркоманы даже, скажем, пьяницы, потому что на этом они в основном спекулируют, что вот был, а вот перестал. Вы понимаете, вопрос, кто фактически занимается именно этими пороками? Угу. Это люди слабовольные, слабовольные, подчеркиваю. Люди, которые попали в комплекс неполноценности. Тут уже я немножко как психолог, извините, угу. Я немножко сейчас работаю в этой области и учусь, магистратура самая, следую магистратуру по психологии. Значит, их период, возрастной период и переход, значит, он сформулирован так, что в жизни их они хватались за все то, что проще, за все то, что можно быстрее, и за все то, что не надо платить цену. Вы понимаете? И теперь, попавшись там, даже если действительно они были в зависимости, какие-то пороки, да, им предлагают легкий путь, выход. И так как, чтобы выйти действительно из этого состояния, от этой зависимости, Библия предлагает один путь. Ну, сейчас не буду говорить. Им предлагается другой. И вот они готовы на все, для того, чтобы не разбираться. Почему я говорю легкий? Потому что не надо вникать в Писание. Не надо вникать в источник этого духа. Не надо вникать во все то, чтобы заняться, то есть исследовать Писание и заниматься исследованием. Зачем нужно Писание? Зачем нужно читать? Тут тебе все приготовили, тут тебе создали атмосферу, тут тебе среда, тут все за тебя сделают. Остается только одно – подпишись. Вы понимаете? Опять легкий путь для освобождения. Это говорит о наивности. Это та база, то необходимое условие. Более того, дальше, если мы начнем рассуждать, я не хочу больше на этом остановлюсь, вопрос пассивности, состояние пассивности. И это все необходимое для того, чтобы получить иного духа. И как результат, пожалуйста, уже свидетельство, что многие просто отдались по течению, и куда меня поведет, это уже говорит о том, что это человек безвольный, это человек, который просто-напросто кидало его в одну сторону, а теперь уже другое взяло. Ну вот, Иван Иванович, написано, что умейте различать духов, да? Да. Никто не может произнести имя Бога, если Дух Святой не присутствует на человеке. То есть мы понимаем, что они говорят о Христе, они говорят о Боге, они говорят искренне о своем служении, о том, что они искренне верят. И как мы можем их осуждать? Я вот, может быть, сейчас этот вопрос уже... Это не вопрос осуждения, минуточку. Сейчас не идет осуждение, сейчас идет анализ. Братья, простите меня, но почему-то нас кто-то... Момент. Почему-то когда-то в свое время еще, ну, скажем, в наших традиционных церквах, подпечатали нас вот таким страхом, как, скажем, у некоторых деноминаций подпечатали их, как только получилось, и как получил видение, как получил какое-нибудь что-то странное такое, ну, скажем, я их называю паранормальное явление, конкретно ясно. Ну, и категорически. Термин, да? Да, это не просто научный, это факт. Вы понимаете? Вот эти паранормальные явления, значит, только религиозные. Знаете, то, о чем пишет Павел в своем послании, именно учение бесовское, вы понимаете? Вот. И для того, чтобы запечатать его раз и навсегда, и никто не распечатал, говорит, как только начнешь испытывать духов, то ты даже похулишь Духа Святого. Так что вопрос суда, это еще ничего осуждения. А вот похулить Духа Святого, вот этими разговорами, вы понимаете, насколько оно весомо? И поэтому сатана со всех сторон себя баррикадирует, как Иерихон. Не дай Бог.
будет взятие Иерихона. Вот где суть. Ну, кстати, там в фрагменте, потом наши телезрители это все увидят, там есть такая фраза пастора, которая сказала, что не осуждай. Поэтому не судите никого никак, хорошо? Не важно, что происходит внешне, важно, что Бог сделал внутри. Амен. Это самое ценное. То, что происходит внутри. Наше тело, оно по-разному реагирует на Божье присутствие. Оно по-разному реагирует на Божье помазание. Очень по-разному. Поэтому не судите никого никак. Хорошо? Бенихин, все, они только этим делают. Они себя этими защищают. Это как раз они подпечатывают умы, скажем так, робкие. Есть христиане робкие, они боятся. Боятся говорить о дьяволе. Боятся говорить об истине. И не дай Бог, чтобы это все меня тоже не тронуло. Да лучше не осуждать, пусть Бог разбирается с ними, вы понимаете? И вот это или не дай Бог не похули Духа Святого, или не дай Бог, чтобы я не попал в осуждение. Извините, рассуждение и осуждение — это совершенно разные вещи. И нам, служителям, нам брошен сегодняшний день вызов. Или мы назовем вещи своими именами, проводя анализ, какой бы то ни был, скажем, или на этом уровне, или на другом. Я согласен проводить на всех уровнях. На всех уровнях, начиная с богословия, то есть сесть и разбираться. Употребляя, скажем, все дисциплины буквально, то есть именно богословие, все необходимое. Экзегетика, скажем, герменевтика и прочее, прочее. Сесть и разобраться. За круглым квадратным столом не имеет значения. Но вы имеете в виду, какой это должен быть стол? Это круглый стол вместе с, да, с этими людьми. Харизматами? Это не лжехаризматы, это учители, лжеучители. Это четко и ясно говорит о том, что если мы хорошо знаем Писание, если мы действительно исповедуем, что не просто мы традиционные, я не люблю употреблять это слово, но мы люди, кому дано Богом право говорить об истине, и если мы действительно, как Павел говорит, вооружены в правой и левой руке именно истиной, то мы должны бороться. Иначе по-другому что получается? Это ненормальное явление. Мне неудобно, еще раз говорю, брать именно на себя внимание. Я хотел бы тот вопрос, который вы задали, пожалуйста, задайте его другим. Вот я сейчас хочу конкретно обратиться с этим вопросом, да, другим, к пастору Егору Железному. Вы совсем согласны, что сказал брат Иван? Да, я сказал бы почти совсем, мне надо добавить просто немножко другую сторону. Дело в том, что для многих людей их вера — это чисто ментальное явление. То есть у них вся вера строится в основном на умозаключениях, на рассуждениях. А эмоции их не вовлечены в служение Богу, не вовлечены прославления Бога, не вовлечены даже в их рассуждения. То есть они рассуждают, ну как бы препарируют Библию, препарируют какие-то теологические истины. И с этими потом препаратами готовыми их раздают в церквях людям. Вот кушайте, вот вам Библия на этот случай, вот вам Библия на этот случай. То есть здесь есть, мне кажется, тоже вариант обольщения своего рода. Есть тоже своего рода обман в этом, потому что человек думает, что он изучает Библию, человек думает, что он служит Богу, но он служит Богу как бы наполовину. И остается пустое место, которое, как известно, пусто не бывает. Да? Святое место пусто не бывает. Остается пустое место, эмоционально пустое место в душе человека, так что ему хочется его чем-то заполнить, и он ищет какие-то заполнения для своего эмоционального этого пространства, если хотите. Вот. И проблема с этим еще в том, что современный мир, он тоже такой очень, особенно вот последний век, 20-й, был очень холодный, расчетливый, научный. Очень такой, он выжигает все мистическое из человека, выжигает из него мистику, я имею в виду в хорошем смысле этого слова, что мистика есть в плохом смысле слова. Да, выжигает все мистическое чувство из человека, так что человек чувствует себя уже машиной, роботом каким-то биологическим, которого требуется исполнять какие-то определенные функции в жизни. Вот он эти функции в церкви, ли, дома, ли, где-то еще ли он их исполняет. И все. И ему кажется, его жизнь кажется пустой. И молодежь, она это очень остро чувствует. В этом ее наивность, это ее минус, но это ее плюс тоже.
Ее плюс в том, что у нее нет вот этих предубеждений, которые есть уже у людей старших и опытных, которые уже испытали на себе какие-то вещи. У них еще нет этих предубеждений, они открыты ко всему, и хорошему, и плохому. И вот эта их открытость, это им в чем-то плюс, потому что они чувствуют вот эту вот пустоту острее, чем чувствую ее, например, я или вы, там, или любой из нас, кто немножко постарше, кто уже... Еще можно себя называть молодежью, но уже с натяжкой. Вот. То есть в душе, как мы говорим, молодой, да? То есть у них вот эта вот пустота, она их просто терзает. Поэтому вот музыка вот эта heavy metal, да? Но почему вот люди тянутся к этой музыке? Потому что в этой музыке вот этот протест выражается. Мира не эмоционального, то есть гиперэмоция. Гипер, вот эта вот бешеная, я бы сказал, эмоция. Я этого слова не боюсь. Бешеная эмоция этого металла. Этой музыки, которая забивает уши, забивает сознание человека и все. То есть к чему я это все говорю? К тому, что то, что вот эти учения лжехаризматические, как мы их называем, как хотите их можно называть, они как раз бьют на эту точку, на вот эту пустоту. Они бьют на нее, и они говорят, что это... Ну, они как бы развивают человека, они дают человеку возможность самовыражаться. Так что он может в церкви что хочет делать, он может валяться на полу, он может прыгать, он может хохотать. Я видел церкви, в которых мяукали. То есть это, ну, это для меня вообще, это, конечно, дико. Но я, так сказать, из культурной еврейской семьи, поэтому для меня повалиться на пол и мяукать, это, ну, я не знаю, я бы себя не уважал бы после этого. Но это, как говорится, это уже чисто воспитание, тут уже ничего не сделаешь. Ну, а если бы тебя дух такой побудил? Я бы задавал тогда вопрос... Что этому духу от меня нужно? Почему дух требует от меня, чтобы я валялся на полу? Ну они же не сами, они не хотят. Я смотрел на эти лица, вот искаженные такие, они же не в состоянии овладеть в тот момент собой. Да, потому что распущены эмоции, до предела распущены, растерзаны эмоции человека. Когда человек все время эмоции терзает, вот как брат Иван говорил, вверх-вниз, вверх-вниз. Сначала поднимаю генералы победы, да, потом валить на пол. Да? Но валить это мы все на это валяние зацепились, но там много другого есть. Я просто хочу сказать, что вот эта вот пустота, понимаете как, мы не должны упускать из виду, что здесь они отвечают на реальную нужду людей. Отвечают, может быть, неправильно, но тем не менее они отвечают на нее. Или дух, который их использует, если хотите, отвечает на нее. Вот один вопрос сразу. Брат Иван сказал, что все 100% находятся в обольщении. Да. Вы можете сказать, что все находятся под обольщением? Я не могу этого сказать, потому что не все. Я знаю, что люди, находясь в любой обстановке, в тяжелейшей обстановке духовной, все равно оставались верными Господу. Я свидетель этому, я видел таких людей, к нам приходили люди, которые в таких, ну я не знаю, секта даже уже назвать словом нельзя, в таком проблемном месте были, духовно чуть для меня. Там, где и богословие вообще неизвестно какое, и такие вещи творились, и тем не менее этот человек искренне ищет Господа. И поэтому он и пришел, что он ищет. Я извиняюсь, я думаю, что понимание, может быть, нужно было бы услышать все-таки формулировку, кто такие обольщенные, кто такие демонизированные, то, что я преподавал здесь и семинары вел, и кто такие одержимые. Поэтому понятие обольщенный, это не говорит о том, что он отступник. Или он не любит Господа. Просто он принимает это положение. Это уже другой вопрос, вы понимаете. Обольщение – это состояние ума, когда он верит лжеучению. Вот это состояние обольщения. Когда идет процесс, как вы говорили, извращения Писания, превратность. То есть он видит, читает. Нормальный человек, даже неверующий, читает и понимает одно. Рожденный свыше читает другое, а он видит третье. И вы понимаете, то, в чем он нуждается. Конечно, мне кажется, мы немножко ушли от вопроса, который был задан в отношении того, что все-таки Христа, они же призывают и ищут. Я бы хотел все-таки, чтобы наша аудитория не подумала, что мы уходим, и это не будет красиво, скажем, если мы каким-то будем образом уходить от вопроса. Если можно, пожалуйста, все-таки на этот вопрос, чтобы был дан ответ. Я могу ответить на этот вопрос, если хотите. Дело в том, что призывать имя, это еще не значит иметь это имя в себе. Вот на иврите есть два слова «знать». Есть «знать» и есть «познать». И вот можно знать Бога, а можно его познать. Когда дьявол искушал Иисуса, он поставил его на крылья храма и процитировал ему стих из Псалма. Процитировал ему стих из Писания.
ангелом своим заповедует о тебе, сохранить тебя. Да? То есть призывать имя, мы фокусируемся на этом стихе в Писании, где написано, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, и никто не может сказать анафема, как только, так сказать, Духом дела. Проблема в том, что мы эти места очень часто суеверно немножко понимаем, что раз слово сказал, значит так. Я помню, одна сестра ко мне приходила, говорит, вот хула на Духа Святого, говорит, лезет в голову, лезут слова нехорошие. И я, говорит, как будто похулила Духа Святого. Я говорю, сестра, это действительно искушение, это дьявол искушение. Но с этим искушением бороться только по одному можно. Да? Не относиться суеверно к тому, что происходит. Потому что слово ты сказал, и, конечно, за слово ты отвечаешь, но слово это же не волшебное слово, это же не абракадабра, не это самое, не сезам откройся. Да? Если ты сказал Иисус Христос, то ты не произнес заклинание, магическую формулу. Имя, кто в имени Иисуса Христа, тот познал его, тот сам был познан Богом. Вот тогда, а не потому, что он призывает только имя Господа. Да? Только он называет вслух имя Господа, это может любой, это может даже дьявол сделать. Я являюсь свидетелем того, простите, как раз хотел сказать, надеюсь, что вас не прервал. Свидетель тому, работая с одержимыми, как сам нечистый дух призывает имя Господа Иисуса Христа. И для него никаких проблем не составляет. Никаких. Другое дело, признают ли его, признают его победителем. Другое дело уже, признают ли кровь Христа. Познали. Действительно, это уже разные вещи, да. Есть детали. Но вот это, что и Христос, кстати, предупредил. Не всякий говорящий, Господи, Господи, выйдет в Царствие Божие. Помимо того, еще мы читаем Евангелие от Матфея, 25 главу, пришли и сказали, Господи. Он сказал, я никогда не знаю вас. Поэтому все эти места, они игнорируются почему-то. Как Дух нечистый в книге Деяний сказал, Иисуса знаю, да? И Павел мне известен. Да, известен. Для него никаких проблем нет, да. Они признают, потому да. что, тем более, они побеждены, они признают. Да. Да. Одно дело уже именно с какой целью. Да. Какова цель, друзья? Работая с одержимыми, значит, многие приходят только с одной целью, для того, чтобы быть уже свободными. Да. И приходится да, им задавать вопрос. Ты хочешь, в первую очередь, очиститься от греха. Ты хочешь принять Христа как личного Спасителя и начать новую жизнь. Или хочешь только освободиться, чтобы тело свободно было, чтобы барабашки ушли из твоего дома и прочее, потому что мучают, да, мучают. И тебе хочется что? Быть, вернуться к прежней жизни, жить нормально, есть, пить, курить, блудить и прочее, прочее. Только бы этот не мешал, потому что мучает. И вы знаете, интересно, что многие не выдерживали этот тест. Да. Да. Вначале было, я кинулся, давай все спасать, а потом смотрю, даже освобождение, действительно, и очищение, скажем, через освящение квартиры, все становилось на место. Пару раз заглядываю в церковь, а потом фух, их нету. Поэтому все эти махинации, они очень хорошо знакомы уже. Очень хорошо знакомы. Поэтому вся эта аттракция, имена, благословение, помазание, вот это все, знаете, ведь этот шум... Это оболочка, это внешняя. Это не только оболочка, это запудривание, извините, мозгов. Это мозг. Самое натуральное. Слава тебе! Иван Иванович, а вот, извини, Игорь, а вот вы сказали, что они экзальтированные. Да. Я хотел бы, чтобы вы объяснили вот это слово нашим радиослушателям и телезрителям. Что вы подразумеваете? Что подразумевается под словом экзальтация? В данный момент именно вот их поведение как раз говорит о том, об экзальтации. Именно путь к экзальтации как раз идет через определенные ступени, когда, скажем, нету времени просто все это расписать. Я думаю, что вы будете иметь возможность это представить, да. Даже все их, скажем, там декларации, что они подписывают. Это введение человека в состояние определенного экстаза. Значит, через длинные или молитвы, скажем, которые не есть молитвы, а просто-напросто превозбуждение. Вот это состояние превозбуждения, когда поднимается адреналин, когда внутри все в человеке, как на уровне души, так же на уровне тела, все превозбуждено, вы понимаете? Тогда и, действительно, вы правильно сказали, теряется контроль. Но это еще, если теряется контроль просто чисто через такую методику, да, это еще полбеды. Но когда именно это уже как раз
является хорошей средой, чтобы еще духи обольстители подключились, mm-hmm. и потом, как мы видим, уже начинает их крутить и вертеть, то там уже не состояние экзальтации. Общее состояние всей аудитории – это состояние экзальтации, когда отключается разум, отключается рассудок, отключается, вы понимаете, блокируется. Значит, и тот рассудок, который когда-либо, если Бог смотрит, я бы хотел поделиться семинаром именно о значении рассудка, где он отвечает за адекватное поведение с внешней средой, адекватное поведение то, что он чувствует, то, что он переживает. Вот рассудок. В данный момент рассудок заблокирован. И вот они находятся полностью как под состоянием гипноза тоже. И идя сюда, я надеялся, что будет действительно серьезный диалог с некоторыми, но тогда уже придется поделиться, значит, некоторыми мыслями без этих, не называю их друзьями даже, простите, товарищами. Mm-hmm. А почему? Потому так высказываюсь категорично, потому что мне больно смотреть на их преступные дела. Это преступление лично. Если человеку открыты глаза, действительно, каковы последствия, и если бы человек работал с такими, как мне приходилось работать с такими, с харизматами, которые довели их до последнего состояния этой одержимости, вы понимаете, он четко, ясно бы занял мою позицию и назвал бы это преступлением, духовное преступление. И оно не менее, как бы сказать, по степени значения, оно ниже, чем преступление, которое совершается по отношению плоти. Скажем, как бы то же самое изнасилование девчат, то же самое, скажем, насильное введение наркотиков, не менее. Лично я категорично вам заявляю, как служитель пред Богом, и это раз, не раз об этом говорил, это преступление. За это преступление эти люди будут отвечать пред Богом. Более того, они никогда не заботятся о их жертвах. Давай им следующую компанию, да, а те, которые уже в дальнейшем мучаются в психбольницах, те, которые просто оставлены, те, которые ушли потом в наркоманию, которые ушли действительно в мир полностью, да. Их не интересует. Они даже выкидывают их. Автор відомої книги про тоталітарні секти «Церква пошкодженого Євангелія» Володимир Жукотанський – справжній фахівець у галузі сектознавства, адже довгий час був одним з наближених помічників посла Божого Сандея Деладжі і знає всю цю систему зсередини. Коли я почав слухати, що, о чому він проповідує, я зрозумів, що це чоловік не від Бога. Тому то, що він аферист, це однозначно. Вот. Ну, удачливий. То, что шарлатан, это безоговорочно. Я об этом писал в книгах, что он применяет, он шаманствует. Это то, что для нас, как бы, мы легко поддаемся. Просто в Африке конкурентов побольше. Во время служения на сцену после призыва Сандея к покаянию выходят десятки, иногда 150-200 человек, которые как бы принимают Христа. Это все фиксируется в церковных книгах, там все это... канцелярская работа поставлена на высшем уровне. Это типичная финансовая пирамида. И поэтому можно просчитать за каждое служение, сколько покаялось. И за 7 лет получилось у него 700 тысяч. Этой цифре можно верить, хотя Сандей не всегда бывает чистоплотен в этом плане. Есть у меня факты конкретные. Но этой цифре можно поверить. И в то же время он говорит, что сейчас в нашей церкви, допустим, 10 тысяч человек. То есть я так посчитывал, такой грубый подсчет, математически, что каждый квартал практически полностью обновляется состав людей церкви. То есть из этих людей выкачивают финансы, выкачивают остатки здравого смысла, обещают им горы материальных, благополучий, каких угодно, и потом они уходят. Они не идут, ну, может быть, какие-то единицы идут где-то там в другие церкви. Но основная масса – люди, которые надолго разочаровались в христианстве как таковом. Но сейчас я могу сказать, что для меня пастырь был, наверное, наравне с Богом. К сожалению. Безоговорочно все, что он говорил, я принимала и была послушна любому слову. Когда у меня появились сомнения насчет того, что проповедует пастырь, я ему сказала об этом. Я сказала, с чем я не согласна. И что я думаю по этому поводу. Он просто взревел, перешел на крик. Меня это настолько удивило, что он всегда такой ласковый, добрый пастырь, и вдруг он взревел, что я не знаю, что говорит твой Бог тебе. Это было для меня большим удивлением. То есть он всегда выдержанный очень человек, улыбающийся, и вдруг так. В общем-то, получалось так всегда, что
учат тому, что ты должен руководить конкретно Богом. Что Он у тебя получается как на побегушках, и все то, что ты желаешь, Он должен тебе исполнить. И если вдруг что-то не получается, значит, что-то ты ненастойчиво просишь. Анализируя ситуацию, я пришел к выводу, что пастырь со сцены говорит о чем угодно, но не о том, что люди должны читать Библию. Он говорит о том, что люди должны читать книжки, его в частности, вот в основном. Вот, разную литературу, посмотреть видеокассеты, жертвовать на то, чтобы покупать разную видеолитературу и прочее. Но о чтении Библии как будто бы подразумевается, но никогда не говорится. Вот. Поэтому не то, что члены церкви, а и даже веру, то есть даже не то, что просто верующие, а пастыря некоторые, как бы, ну, помощники основного пастыря, не знают Библии. Я с этим сам лично столкнулся. Для меня библейское принятие истины – это убеждение, методом слова, методом изучения. Почему Христос сказал «исследуйте Писание»? Там нет исследования Писания. Метод, значит, чисто демонический или, будем говорить, оккультный метод – это метод внушения. Делать нужно разницу – убеждение и внушение. Дальше. Значит, есть исполнение Духом Святым, так? А есть наполнение или превозбуждение чувств. Так можно было бы проводить очень много параллелей, которые не хотел бы специально сейчас много времени занимать, но и увидеть анализ, разницу между тем, что мы видим, как опыт, практику и на основании Священного Писания, и то, что предлагается. Дьявол – величайший мастер подтасовки. У него в отношении подтасовки большой специалист, но такой большой специалист, что, к великому сожалению, не только жертвы, которые попадают туда, не могут разобраться, особенно уже в состоянии обольщения, в состоянии экзальтации, когда рассудок просто не работает, он не отвечает. То есть им задают тон подобно, как Кашпировский задавал тон. Значит, им задают тон, как экстрасенсы. Их вводят в состояние пассивности, в состояние безволия. И тогда ими управляют, ими руководят, вы понимаете, посмотрите дальше, буквально все то, что происходит. Дается команда и исполняется. Но очень много есть помощи у дьявола. Дьявол же работает не на одном фронте. Он не работает только через церкви. Эти люди, они телевизоры насмотрятся, а телевизор тоже мозги полностью вышибает. Это чисто внушение гипнотическое. Да. Они музыку наслушаются, музыка тоже многое, музыка создает вот эту вот почву. И они в полузомбированном состоянии, они ходят постоянно anyway, как здесь говорят, да? В любом случае, они как полузомби ходят. И посмотреть на многих наших молодых людей сегодня, им очень трудно бороться с этим, потому что очень сильное вот это вот влияние. Уважаемые наши телезрители, уважаемые радиослушатели, я думаю, что вы сейчас, если вы кто-то включил свой телевизор или присоединились к нашей программе, понимаете, о чем мы говорим. И если вы недавно подключились, то я хочу сейчас предложить вам всем и нам тоже еще посмотреть один фрагмент, тоже мы на него дадим комментарии. Мы говорим сегодня о новых видах служения в нетрадиционных церквях, я называю так, брат Иван не любит это слово, но я думаю, что это слово вполне подходит, потому что наши церкви более традиционно имеют вид, мне почему-то так больше нравится. Давайте посмотрим следующий фрагмент. Нет, тихо. Ты можешь со мной сказать: Господь велик! Он не просто велик, его небеса не вмещают, так он велик. И ты представь, что такой великий Бог. Ох, он сегодня здесь, и там, и в твоем сердце. И представь, что этот великий Бог поехал с нами туда. Поэтому он сегодня всех трясет. О, Иисус, аллилуйя. О, брат Вася говорил про 380, нет, это не 380. Я не знаю, какая высоковольтная может сравняться с этим, но это что-то. О, Иисус, аллилуйя, я... О. В общем, я тоже славлю Господа, значит, такую свободу Бог дал, так...
Это состояние одержимости, это просто бесы их трясут. Я называю конкретно, четко, своим именем. Я несу ответственность перед Богом за это. Говорю, ответственность перед слушателями, перед теми. Это настоящая одержимость. Я вам могу показать, не знаю, надо или не надо, показать вам, когда я работал с одержимым, вы увидите те же самые повадки, то же самое движение. Все, буквально. Это чистая одержимость. Только религиозная. Не, ну они же говорят, это... Что? Вы не понимаете, вот так... Вам, если вы поговорите с молодыми людьми, с этим, они скажут, вы не понимаете, это состояние, особое состояние, хорошее состояние, мы находимся в общении с Богом. Хорошо, и я вам отвечу на этот вопрос. Из-за того, что вы не переступили, вот не были в этом состоянии. Обратите внимание, посмотрите, пожалуйста, сейчас на это. Вот лицо у него, интересно, смотрите, искажается. Ну, это одержимость. Это же ведь он не по своей воле. Нет, здесь уже не экзальтация. Первичное состояние, общая атмосфера для тех, кто не поймал, не получил духа, именно нечистого духа, да, это общее состояние экзальтации. Но, потому что это одна атмосфера. Однако, вот это состояние, это уже одержимость. Это мороз. От его Нет, это не мороз, это его корчит. Это его конкретно. Друзья, простите меня. Значит, щупальцы, демонические щупальцы, они касаются человеческого ума. Тот ум, который жаждет, который переживает, который, значит, касается, посылает в нервную систему определенные электрические импульсы, которые непосредственно идут в определенные органы и через нервы, мышцы. Определенные мышцы начинают сжимать, начинают двигать. И вот это все корчение, это именно благодаря вот именно посланию. И для него это огромнейшее удовольствие, и чтобы особенно люди смотрели и видели. Более того, я вам скажу, в эти дни я не смог и не успел поделиться одной мыслью в отношении, почему духи ходят по безводным местам, и они не могут успокоиться. Знаете почему? Потому что здесь опять идет параллель. Потом, как Христос говорит, все, я стою у двери и стучу. И что Он делает? Он хочет войти в сердце человека для того, чтобы дать человеку покой. И для того, чтобы действительно создалась чудесная атмосфера. И через человека Христос что сделал? Выразил себя в мир этот. Через церковь, через вас, через меня Христос выражает себя. Его Бог образ, выражает себя, свой образ. Мы свет миру. Распространяется Его ухание, да? У дьявола есть страстное желание выразить себя. И он точно таким образом ищет просто наивных людей, независимо, молодой, пожилой, не имеет значения. Главное, чтобы он поймался. Он ходит по безводным местам. Когда он без тела, он не находит себе покоя, потому что он лишен небесного тела, вы понимаете? Да, почему написано, духи злобы поднебесной, они лишены, они уже страдают от этого. Они свержены. Свержены. И вот им страшно хочется выразить себя. Вы знаете, как какой-то гордый или тщеславный, он не может не выразить себя, он не может не выпятиться, он не может не выскочить. Не может. Кстати, их вот эти вожди, я вижу это, я бы поговорил еще немножко, это люди с комплексом неполноценности. Вожди вот эти... Да, эти вожди, это люди, которые пережили... Если захотите, после я вам скажу. Но наблюдая за ними, это комплексары, так мы их называем в Болгарии. Это люди, которые испытывали страшный комплекс неполноценности. Может быть, они это как Гитлер... пережили, как? Может, надругательство сексуальное, например. Ну, это потом чуть-чуть немножко, чтобы не уклоняться. Да. Так вот, дополним в отношении духов злобы поднебесной. Для них это самое страстное желание найти покой в теле человека, и выразить себя, кто он есть. Вот они себя выражают. Да, так, кстати, подождите, наверное... перед этим вот была сказана фраза, я даже записал. 3 сутки шла война. 3 суток, ты знаешь, какая война шла? За то, чтобы твой сын, за то, чтобы твой сын перестал больше курить, перестал больше пить, за то, чтобы твой сын сегодня стоял здесь и проповедовал Иисуса Христа. Ты знаешь, какая война? О, Иисус! Ты знаешь, какая война? Тогда война. Какое было полчище сатаны было противостояно против нас. Но Бог силен. Бог силен. И 64 человека – это новые воины, которые стали в один день против сатаны, против дьявола. И мы победили. Мы победили. О, весь ад знает, что мы победили. И все небо знает, что мы победили. И теперь ты, церковь, знаешь, что мы больше не такие. Мы победители. Мы теперь у тебя победители. Ты теперь можешь на нас надеяться. Ты теперь можешь на нас полагаться. Мы победители. Аллилуйя. Он радовался, а мы танцевали. Когда мы танцевали, он радовался.
Три сутки шла война, значит, да. Они считают себя победителем. А вы нет, говорите, если это действительно дух? От Бога, как бы, да, то тогда то, что Иисус сказал, что если сатана разделился сам в себе, то не устоит царство его, если они действительно воевали с сатаной. Но сатана может сделать, как огородное пугало сделать вместо себя. Не, можно я отвечу? На которое люди будут нападать. А здесь можно я отвечу, простите? Знаете, до того, когда сатана берет власть и сыплет вал вокруг разума человеческого, особенно молодого, зеленого, не каждый разум сразу предается. В процессе работы именно душепопечителем, простите за нескромное такое слово, я постоянно исследую и наблюдаю за разумом человеческим, за его поведение во всех его стадиях. В начальной его стадии, в середине и в конце. Так вот, война действительно шла. Они пришли здравым разумом. Вы понимаете? Сатана делал все необходимое, все духи зла делали все необходимое для того, чтобы взять этот вал. То есть взять разум их в свои руки. Вы понимаете? Вы процитируете, посмотрите. Слова. И он теперь радуется, он взял их. Они воевали, только воевали. Три сутки шла война. Да. Полчища сатаны шли на нас. Правильно. Звучит оно очень правильно. Не очень возвышенно. Нет. И мы победили. Правильно. Вот смотрите теперь. Вы расшифруйте эти слова. И теперь на нас можно полагаться. Вот, пожалуйста. Вот это вот как раз четко и ясно. Если говорить о богословии, тут не терпит никакой критики. Да. Мы победили, не Христос. Вы понимаете? Сам факт, еще раз говорю, если уже давать четко и ясно себе отчет, правы мы или не правы, на каком основании мы все это говорим, да, только на этих, извините, телеграммах, которые они выдают, и знаете, они сами не знают, что говорят. Там духи сами говорят об этом. И фактически это не слова людей, не слова, а сами духи говорят, мы победили. Подождите, ну теперь можно положиться на. Ну и что из этого? И толпа что? Людей, толпа? В основном молодежь. Ну, экзальтированная, я уже до этого сказал, экзальтированная. Да. Кстати, один из признаков обольщения, вы знаете, какое состояние? Когда человек находится в обольщении, есть несколько видов обольщения, есть еще состояние самообольщения. Это состояние, когда человек, если он внушил себе определенное положение, мы имеем их и в церквах, и это тоже надо сказать правду, в наших баптистских церквах, когда человек во имя правды, во имя истины, во имя чистоты церкви, и он такой легалист, как пойдет, и сколько ему не говори, он не уступит. И если уже начинаешь потихонечку его отстранять от такого, в кавычках, служения особого обличителя, да, он уже входит в состояние, когда никто его не понимает, никто его не любит, и состояние гонителя, то есть он гонимый. Вот это и есть уже, это самая легкая форма обольщения. Начало то есть обольщения. Он закрывается, понимаете, самообольщение, он закрывается, и вы говорите, они тебе не поверят. Я даже не сомневаюсь, что они не поверят. Я не сомневаюсь, что они даже не захотят говорить, как и их лидеры не пришли говорить. Вы понимаете, в этом и есть их защита, это называется в психологии еще средство защиты. Это метод, чтобы закрыть себя, да, и сразу почувствовать себя, что я гонимый ради Христа, у меня хотят отнять Духа Святого, у меня хотят отнять это крещение, вот это чудесное переживание с Богом, вот вы хотите меня забрать его, так понимаете? Это детская обида. Да, это детская обида. Да. Это и признак обольщения. Нереализованная. Вот я хотел процитировать стих 25 главы притчи, 28 стих. Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий Духом. Аминь. Вот это разрушали три дня. Они вводили там молитвы, там крик, там шум, там вводили их в экстаз. Голосовался через гипноз. А как же, вы что? Это вся та религиозная языческая методика, в которую входили и 400 пророков. Они вошли в экстаз, так что они начали уже колоть себя. Это один к одному. Это ничего, друзья, нового под солнцем нет. Никакого нового движения, никакого нового учения, никакие новые формы. Это те же самые валовые пророки, воскресшие только в современном мире, которые по-новому все это дело представляют. И пусть они объясняют свое, но это те же самые валовые пророки. Я с ним встречался, я с ним говорил. И у меня самое лучшее, когда имею поединок с ними с глазу на глаз.